еще темно. С днем рождения, как у меня, да? Не хочу вспышку уже включать. Всем доброе утро. Я сейчас бегу-бегу и еду. Я думаю, вы догадываетесь, куда. Ну, сначала в Днепр. А потом, как карта ляжет, в общем. Сейчас, может быть, что-то еще сниму на вокзале, если успею, потому что я еще билет не купила. Вчера у них кто-то система не работала с билетами. Поэтому мне надо сейчас бежать быстро, чтобы успеть на нужное мне время. Все, побежали. Ребята, сейчас стою, жду этого маршрутки до Новомосковска. Еду сейчас к Лёше. Хоть сегодня день будет не скучный, погуляем. Холодно. В Днепре холоднее, чем у нас. Но у нас уже снега завалило, здесь снега вообще нет. Поэтому едем с вами дальше. Так, ребята, выглядит автовокзал. Просто маршрутки стоят и все. И все, собаки ходят. Хотя тут не так холодно, как в Днепре. Идем Лёшу. Ну да. Видишь, тут у вас взрослые, а у нас дети. Что? У нас дети обычно на вортах. А взрослые. Мне кажется, это актерский состав от нашего ДК «Металлурга». Ну, возможно, ближе здесь. Обогревательные губки. Это место для согрева. Всегда их ставят две. Была одна, тут уже две. А на той стороне он что-то костер, наверное, делает. Что-то. Шашлыки, праздник. Шашлыки что-то делает. Следующие шашлыки – это уже майские праздники. Не, ну кто хочет, тот может и раньше сделать. О, елочки, смотри. Да, сейчас день елки. Очень людей, кстати, много. Но. Я никогда на таких мероприятиях не была у себя в городе. Жизнь человеческая, другая биологическая жизнь, ангельская возможно, а человеческая биологическая жизнь, ангельская возможно. И вот, поздравляю с великим 50-м праздником, пускай Господь наш Иисус Христос, момент нашу смерть, физическую, духовную, праздник хочу поблагодарить в лице Сергея Егоровича городскую власть, что традиционно в этот раз все службы городские задействованы. В этот раз прекрасно расположение вместе с народом Божьим. Нашли благодать Божия, Господь нас уничтожает, а Бога и благодарит нас праздник. Спасибо. Береги телефон. Холодно. Жарко. Жарко. Молодцы. Давай, ты вчера пообещал. Не-не-не. Вкупаем. Не, прорубь все-таки, наверное, в форме креста, просто он уже так размыт. Да, размыт. Женщина купает, а, с бегом, раз-раз. Не дивись на чужих женщин. Ну ты посмотри, нельзя на женщин нельзя посмотреть. Нельзя. Мне это нравится, хорошо. Ребята, идем, этот ДК прошли, идем к церкви. Мы уже покупались, окунулись, мы трансуху сделали, потом, может быть, у меня будет
Он святят, от этой церкви, наверное, приходили. Снег уже большой, такой хороший пустился. Как всегда, мне на удачу. Скажите мне спасибо за снег. Блин, джипы, какие-то машины разъезжают. Эта пивная бочка, по-моему, не было, когда я приезжала в тот раз. Ну, там идут. Такое отделение. Тут именно посылки только принимают. Там дальше большая дверь. Скажите, а международные посылки тут спросить можно? Вы сейчас тоже спрашиваете? Нет, только сюда. Так, у вас получили? Цветочки. А у вас такие есть дома? Вот это были, это какие-то лилии, по-моему. Информация. У нас вообще не такая почта. Со мной сделал. Вот этот блогер, вот этот. Посмотрите, что у меня за головой, что у меня на голове. Здесь на площади вообще очень красиво. Я люблю такие места. Здрасте, с вами я вас не знаю. Мокро, это капец. Надо будет как-то высушиться. Сейчас заболею. Красиво вообще тут сделано. Если бы еще вечером ну, вот, огоньки бы это играли, было бы вообще хорошо. Очки у меня, видите, запотевают. Мне все равно в очках надо, потому что я ни черта не вижу. Фу. Вот знаете, есть те люди, допустим, вы сейчас меня, да, вот такое видите. Ну, не каждый человек меня может видеть вот в таком состоянии. Ну, выбора нет. Китя, скажи, что с людям. Ты поставь нормально камеру, ты идешь вот так. Я понимаю, ты... Не учи меня работать. Чтобы вы понимали, стоит камера, я вот так иду, наблюдаю, стоит вот так. Китя, скажи что-нибудь в камеру. Держи ровно. Я не хочу. Всем привет, ребята. А что мне сказать? Всем привет. Подписывайтесь на мой канал. Меня Алексей Март канал Скотина! Называется. У него и на два ее канала. Канал тоже. У него два канала. Ты забыл сказать. Скажи, что два канала. Мартовский влог еще. Ссылки будут? Да, это мартовский код. Да, ссылки. Мартовский код. Мне что-то... Мы сейчас это хотим, ребята, зайти в комфи. Да, посмотреть. Что ты хочешь? Колонки? Колонки хочу посмотреть. Колонки хотим. Держи ровно, оно трясется. Учись у бати, пока батя живет. Если у бати 2600 подписчиков, это не значит, что я должна у него учиться. 2637. Я попрошу. Дивись, какие ребята, снежинки. Ребята, каждого считаю. На голове. Тебе какие снежинки на голове в форме, как это самое, как цветочки. Все, ладно, ребята, мы пошли. Оператив. Ребята, это Полтавский экономический... Третий раз уже показываю. Это Полтавский экономический институт. Я тут учился на кафедре менеджмента и международной экономики. Всех приглашаю сюда учиться. Счастья, здоровья. Пока. Бачите, коротко і ясно. Падло скользко, що ти ржеш? Я упав. О, ти включила? Там Кристина встала. Ой, блядь. Ой, зараз теж упала. А подробності? Ми спішили, короче... Вона держалася під руку со мною, іде щось, балакає, ну як обичай. Балерина. І на коліна. На коліні. А я после бух... Другого хотела сказать. Видео снимаю, мне тут нравится. Классно, снежок припорол. А кто-то, смотрите, а кто-то все-таки ходил. А ты говоришь, нельзя ходить, смотри. Ну так это с краю, конечно. Ну так с краю тоже может. Снимай, давай. Так вы вообще-то главные актеры, между прочим. Снимай на вам. Ага. Арбатый мост. Страх всех на свете. Все очень красиво. Мне нравится. Ой, только холодно. Я перчатки сегодня не взяла, потому что они меня никуда не влезли. Поэтому они идут. Смеются. Прямо видите, вы видите это и в трансляции, у меня в видео. Большой плюс, так что подписывайтесь на мой канал. Классные куски эти. Кто-то кидал, наверное, лед. Помните, мы сюда спускались? Ну, вообще, хороший такой парк. И вообще, город уютный. Мне бы, честно говоря, мне бы хотелось здесь жить. Даже бы Днепр променяла, чтобы жить тут. Но это не потому, что там
Лёша или так далее. Нет, потому что здесь очень уютно и спокойно. У нас город большой, длинный, поэтому у нас такого, по сути, нет. Очень красивая лавочка. Сейчас вам ближе покажу. Счастье. Туда. Счастье, злагоды, любови. Очень красивая подсолнечная. Вообще, мастера молодцы. И облагорожение города, это тоже очень важно. Что приезжайте в Новомосковск тоже. И много чего сможете увидеть интересного. Вот одна всегда белочка была? Да, одна, одна. Тупо такое. Кушает зайка, да? Степашка, Степашка. Что-то нашел, видишь. Ну, Иситриса — это такая крыса, которая бегает по углам и делит угол. А ну тихо. Тихо. Мишка, кушай, не спеши. Ты красавица. Ты рыжая красавица. Да? Тебе приятно. Апетит. Привет, апетит, иди сюда. Никого не свяжу. Они уже елку разбирают. Бантик остался. Ага. Бантик недостигаемый. Белочки, в общем, тут очень хорошо. Природа жива, не загазована. Так, ребята, я уже на вокзале. Боже, что у меня на голове? Помимо волос. Сейчас хочу пополнить себе карточку. Потому что завтра могу забыть. Ладно, ребятки, потом попозже уже на дома с вами поговорю. Она голова, галдежом болит. Но сейчас надоело.